В Актау вновь зафиксирован случай отравления после обработки помещения препаратом от клопов. Жительница одного из микрорайонов города обработала средством свою квартиру. Вечером члены семьи, проживающие этажом выше, почувствовали недомогание и вызвали скорую помощь. В итоге двоих взрослых и двоих детей врачи осмотрели и направили на амбулаторное лечение, а третьего ребенка госпитализировали. Сейчас в жизни девочки ничего не угрожает, утверждают медики. Дом, в котором произошел инцидент, в тот же день обследовали эпидемиологи. По словам специалистов, препарат был куплен на местном рынке, и его нельзя было использовать в закрытых помещениях. Напомню, 5 дней назад в Актау уже произошел подобный случай, в результате которого погибли двое детей. Препарат ФАС предназначен для обработки от насекомых на открытых поверхностях, на свежем воздухе. Этот препарат не предназначен для использования в жилых помещениях. Двое детей 8 и 5 лет отправлены домой. Их состояние удовлетворительное. Третьему ребенку 13 лет, и ее общее состояние в настоящее время стабильное. Получает лечение. В зависимости от ситуации, сегодня или завтра выпишем из стационара.